Плюс один. Во вторник в администрации округа прошло подписание очередного договора аренды земельного участка за 1 рубль. Таким образом, в округе уже 8 предприятий расширяют производственные площади, участвуя в губернаторской программе. О планах развития производства телеканалу 360 рассказал генеральный директор компании «Биопроект Пересвет» Самир Гасанов. Предприятие запустило производство в 2020 году в ассортименте оборудования из композитных материалов, которые применяются в дорожном строительстве, коммунальной инфраструктуре. Например, емкости и трубы от компании «Биопроект» используют для сбора и очистки дождевых стоков, для ливневой канализации. Композитные материалы вытесняют на рынке традиционные, металлические, а в условиях импортозамещения спрос на них растет и требуется увеличение производственных мощностей. Вступив в программу получения льготной аренды, по словам Самира Гасанова, его предприятие сэкономило более 20 миллионов рублей. Именно поэтому я как раз оцениваю вклад Сергиев-Посадского района в том плане, что нам именно помогли сформировать участок. Наш земельный участок, он довольно сложной формы. Он такой сильно изогнутый, чтобы там ничьи права не задеть и не обидеть. И вот как бы, ну, процесс был сложный, но мы его прошли вместе. И за что, собственно говоря, как администрация Сергиев-Посадского района, так и правительство Московской области хочу выразить большую благодарность. В планах биопроекта построить на новой территории производственный цех площадью 1500 квадратных метров. На сегодняшний день еще один инвестор уже прошел проверку необходимых документов и в скором времени подпишет договор аренды. А еще три инвестора готовят заявки на получение земельного участка за 1 рубль. Напомним, что программа рассчитана на 3 года. После получения земельного участка инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию производство. В результате на отечественном рынке появится больше товаров, выпущенных на территории Сергиево-Посадского городского округа.